live it up like it's the weekend when the DJ played the right song. Я нуждаюсь в этом. Я не буду по плану. Там мне нужен этот телефон, потому что, во-первых, у меня его нету. А во-вторых, вот это клево, вот в интернете что-то выиграть, ВКонтакте. К тому же, это уже бренд, получить такой бренд, как этот телефон. Что я про него знаю, что это МТС серии 950. Сенсорный, да, видимо. Телефон нужен мне, потому что в нем есть Google, а так как я еще учусь в школе, заканчиваю 11 класс, для меня важно это, потому что если что, я могу вбить там какой-то определенный вопрос и получу на него определенный ответ. На этот определенный вопрос, полученный определенный ответ, я могу получить определенную оценку. Мама мне дала идею вот этой группы, в которой сейчас проводится конкурс, и говорит, если нужен тебе этот телефон, заработай его своим трудом. Ну а что вы думаете? Ну, я подумал и решил, да, все круто, я решил сделать это, заработать своим трудом. Ну, а что сказать, меня уже действительно на улицах срут вот за мой телефон, вот. Здесь есть такая прикольная функция, что он, короче, может отгонять вампиров по ночам. И оборотней там всяких. Плюс прикольная игра, а еще мой телефон показывает время, причем неправильно. Но я бы действительно что сделал, я бы нахрен послал этот телефон, разбил бы его об голову кому-нибудь, чтобы получить вот этот. Я бы снял, конечно, это на видео, но что я буду снимать это, если я даже не получу его? Хотя, надеюсь, что получу. Да просто я его хочу, реально, я его хочу. Я буду его кормить питанием, буду держать его в теплом месте, в чехле. Кожаном, который сошью из своих ботинок. Ради такого телефона я готов даже это сделать. Прозвучит банально это, хотя и не банально. Нет, хотя прозвучит это банально. Я внебрачный сын вот этого телефона. Это была шутка. Я бы, не знаю, желал, хотел, мечтал бы стать лицом компании МТС. Я хочу сказать, что я фотогигиеничен. Хороший парень, умный, добрый. Вес этого телефона 100 грамм. Вес этого телефона 100 грамм. Это очень хорошо, это преимущество, потому что бывает намного больше весят. А я сам как бы не крупный, поэтому мы с этим телефоном должны быть вместе. Поддерживает сеть второго и третьего поколения. Этот телефон поддерживает сеть второго и третьего поколения. То есть он поддержит меня и моих детей. И думаю, я буду передавать его из поколения в поколение и до моих внуков он тоже доживет. У этого телефона еще есть одна хорошая функция, это МТС-навигатор. Я не часто могу найти свой второй носок, поэтому если я его буду пихать во второй носок, а потом через компьютер, там, по связи там определенной, через спутники, там, всякие наведения, я смогу найти в своей однокомнатной квартире свой носок. Второй. Аргументы скажу. Вот так. Мне нужен этот телефон. Надеюсь, вы решите по праву должен быть его владельцем. Надеюсь, это буду я. Все, съемки закончены. Sleeping, live it up.